Будут представлены спектакли, как я говорила, уже классические, то есть а-ля Чехов, «Вишневый сад». Будут спектакли современного направления, так называемого «verbatim», модное слово английское, это документальный театр, когда ездят, например, да, ездят по городу Салехарду, собирают интервью с людьми, и из этих интервью реальных, с реальными людьми, делают фабулу и делают спектакль, да, документальный такой театр. Будет классический балет, будет театр формы, то есть мы говорим, когда мы говорим о театре формы, мы имеем в виду, например, театр теней, да, то есть вот такое направление. Детские, конечно же, у нас будут и взрослые, и детские спектакли, естественно, на любую аудиторию. Будет хедлайнер фестиваля обязательно, а это большая-большая-большая интрига. Большая-пребольшая, очень важная-приважная. Да, на самом деле, этот хедлайнер известен всем-всем-всем. Мы делаем максимально доступным этот фестиваль, то есть, естественно, будут билеты, они будут доступными для зрителя, естественно, максимально. Также будет система абонементов, что немаловажно. Покупаешь и... Да, то есть в абонементе будет один абонемент детский у нас, будет три детских спектакля, два будет на нашей площадке, один в ЦНК, и три взрослых спектакля, которые будут на нашей площадке.